поклонники и поклонники театрального искусства. Сегодня юбилейный вечер, посвященный 40-летию творческой деятельности и 65-летию заслуженного артиста Республики Хакасия, заслуженного деятеля Республики Хакасия, народного артиста Республики Хакасия Юрия Матвеевича Майнакашева. Для приветственного слова на сцену депутат Государственной Думы от Республики Хакасия, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Максимова Надежда Сергеевна.